Здравствуйте! Никакой политики, зато очень много важного и интересного. Я Татьяна Головачева, и мы начинаем. В связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией мы все сейчас находимся в режиме самоизоляции. Для многих людей это стало поводом заняться самообразованием. Но также не менее важно не терять свою физическую форму. Именно этим у нас занимается семья Головачевых из города Железногорска Курской области. Они разработали свою новую систему тренировок всей семьей на самоизоляции. Внимание на экран. Это мой папа Игорь. Привет. Это моя мама Оксана. Здравствуйте. Это мой брат Ваня. Па. Это моя сестра Серафима. А так в нашей семье здороваются мужчины каждое утро. Становимся в планочку и противоположным другу рукой здороваемся. Растяжка на самоизоляции не менее важна. Моя младшая... Сейчас мы вам показали комплекс упражнений «Апельсинка», потому что мы только апельсина, мы дружны и неделимы.